Всем привет! И пацанам привет от Алексея. Так, здорово. Так, добрый лень. Привет, доброе утро. Всем здорово. Что делать будешь? Уже часть тренировочки прошла. Была протяжечка, небольшой вес, так символически плечи размять. Сейчас будем рвать 3 раза. Раз с пола, раз с виса ниже колена, раз с виса выше колена. Привет. Сегодня работаю на одном побосе со своим учеником. Васька Кудрявцев, мастер спорта по тяжелой атлетике. В скором времени тренер. Скоро будет с тренером. Готовим его под тренера. Сейчас тренируемся в войске. Учитель уже со мной 8 лет. Работаем вместе. Вот сколько я работаю тренером, столько у меня карантин. С понедельника мы работаем по полной. С понедельника уже запускаем зал полной. Сибирь, Сибирь, привет. Так, Ванька, пойдем подходим к ним. Сибирь, Сибирь. Так. А для фигуры женщин спорт не вредит? Не, девочкам вообще можно все. Привет. Опа, привет. Матеус. Привет. Привет. Здорово, девчонкам особенно. Здорово. Да, девчонкам не можно заниматься. Можно. И все. Понятно, девчонка. Коль, у тебя еще жена не смотрит перископ? Не, не дай бог. Это из Красноярска. Что за танцы на заднем плане? Это регбисты. Сборная команда по танцам. Красноярск, привет! Так, небережно, о! Все бережно. Так, я штангу. Мало кто любит. Приехали по Пинчангина. Не знаю, с грифом они делают. Это прыжки внутрь со скручиванием. Хорошее упражнение на мышцы. Корпус хорошо укрепляется. Хорошо укрепляется корпус, становится жестче, тем более ребятам, ну, им контакты раздавать, скажем так, постоянно контактный вид спорта, регби, они дают крепкими, мощными. Это пашет, ну и в принципе для штанги тоже хорошо. Егориус, Егориус, спасибо. Так. Дикарь.
Пользуясь случаем, приду и приеду. Маму люблю. Не, мама уже сейчас шарит ВКонтакте. Не, в Скайпе. В Скайпе, да? Да, уже умеет. Ты знаешь, что это не Скайп? Я знаю, это штука, перископ. Да, у тебя он со рта сердечки летят. Вообще. Не, ну я женат, я не так много. Сейчас буду улыбаться, сейчас тренировка будет вообще так. Грума. Санька, забери мне здесь. У тебя спина на расслабле, как профессионально 23. Проблематично. Мастера можно выполнить. Именно высокий уровень. 23 уже, увы. Знаешь, занимаешься. А я больше тренер уже давно. Ну так, форму если набирает в районе международника. Массу, побольше жрать. Дети регбисты играют на регбийном поле. Привет, Тверь, привет. Это команда столько. Где вы играете? Вы есть девочки симпатичные? Лига, какая лига? Ну, пока хуй знаю, но так выиграли выше.
Самая лучшая. Суперлиги, да? Да. Тяжелая атлетика. Однозначно. Регби. И тяжелая. Вероничка, привет. Вероника. Вероника. Рига, привет. Риги, да? Угу. Здесь сидят. Фу. Класс один. Девушек по инет тренируете? Да круче, скоро будет борода. Руби меньше. За что? Хотели, есть мне. Смысл? Сколько сейчас порву? Накил сяд. Молодец, смози. Умеет. Умеет. Так. Девушек по онлайну. Я вообще не сторонник тренировок. Скажем так, средний тренер вживую. Лучше хорошего онлайн-тренера. Но если нет возможности, те толкового тренера. Средний тренер — это не те, которые в фитнес-клубах за 2-3 обучения задранным носом ходят и рассказывают всякими методы и способами те девчонки 20-летние. Хороший тренер, который, ну, нормальный даже, который хотя бы там стаж, ну, лет 5 есть. А если есть спорта, то это уже хорошо. Даже не хорошо, а замечательно. У нас он танцует, ребята. У нас секция канкана. Что-то скоростью моей стал. Не попадаю я в подрыжение. Фу. Когда в Москву? Часа 14. А? Да. И потом где-то 16-17 в Австралию. На 2 недельки. В Москве? График, на самом деле, точно не знаю. Тренировать я там точно буду, так что можно записаться на тренировочку, там тренировочки по тяжелой атлетике. Там несколько тренировок в день будем делать. Да, в этом году буду. Да, колу.
На тренировке гоняю кока-колу. Какой-то цель не преследует, нравится вкусно. Сколько стоит тренировка? В Таганроге или в Москве? В Таганроге у нас 1500 в месяц стоит. В Москве подороже. Не пучит, да нет. Москва. Да. Месячный абонемент, то есть 3600 дневной, 4600 тысячный, с тренерами идут. А тренировка, значит, со мной в районе 2,5 поставлена. Просто так. Ну, все есть на сайте rigertacademy.ru. Да, Австралию на 2 недели. Как раз по соревнованиям, там буду участвовать в соревнованиях, но по тяжелой атлетике. Вести семинар. В Мельбурне семинары, в Перке семинары и сцене. Спайс курил? Нет, не курил. А, да, все зависит от интернета. Буду, конечно, выходить. Если будет интернет, там буду выходить. Думаю, в Австралии с этим проблем, как в Тае. Где был интернет ужасно тупой. Да. С рывочком мы закончили. Сейчас будет тяга рывковая. О, по 3 раза. В принципе, вот. Так. В Ростове подобных. По тяжелой атлетике или по кроссфиту. Хороший зал на СКА. Рекрут. Кто-то меня засмущал. Кто же это? Еленочка Риджер. Фамилия, имя, как у моей жены, прям один в один. Так. Ребята, говорят, со стороны забавно смотрится. У нас вот телефон стоит на данном кране. Я стою вот уже сколько? 40 минут разговариваю с пожарным краном. На большом кубке вообще райдерс говорили. А, райд.